Добрый вечер. Всем привет. Сегодня у нас 24 февраля. Вечерочек уже. На улице у нас плюс 2. Еще там умудряется кататься. Все тает. Так, вот здесь у меня 2,5 литра молока. Сейчас я его довожу до кипения и потом поставлю в духовку томиться. Буду делать топленое молоко. Потом заквашу его. Так, молоко томилось у нас где-то часа 3. Вот я его остудила на балконе до такого состояния тепленького. Сейчас заквашу его вот таким йогуртом Данон, без добавок. Так его так не открыть. Так вот не открыть. Цвет такой кремовый получился, симпатичный. Так, вот эти пеночки, которые я снимала. Так, сейчас лучше я пальчиками положу. Понемножку. Вот эти, я вообще пенки не люблю. Молочные, но вот эти пенки вкусные. Особенно, когда это заквасится все. Так, оставим это все в тепле. Доброе утро. Сегодня у нас ноль на улице. Сегодня 25 февраля. Покажу вам кислое молоко топленое. Ночь простояла вот здесь. Вот такое оно стало. Закисло. Вот. Кислое молоко получилось. Пеночки там вот такие всякие. Вот. Кастрюлю убрала в холодильник. Вкуснятина, попробуйте. Так, положили плитку в коридор. Сейчас будем швы затирать. Так вот плиточка лежит. Потом сниму, как будут швы затерты.